Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ионова. Я являюсь руководителем отдела продаж новостроек международной компании «Перспектива-24». Сегодня мы находимся возле жилого комплекса «Рыбная деревня». «Рыбная деревня» – это ЖК премиум-класса. Как вы видите, он строится из красного керамического кирпича. Дома в жилом комплексе имеют разную этажность. Минимально 5 этажей, максимально 8 этажей. Срок сдачи планируется третий квартал 2022 года. Доступ в жилую часть комплекса будет под контролем многоуровневой системы охраны, включающую в себя видеонаблюдение и автоматизированные охранные системы. Также в жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг для вашего комфорта. На выбор есть квартиры от 1 до 5 комнат, и каждая из них поразит вас своей продуманностью до мелочей. В них имеются кухни-гостиные, гардеробные и гостевые санузлы, просторные ванные комнаты, многие из которых будут иметь вход из спальни, создадут уровень беспрецедентного комфорта. Высокие потолки и панорамное остекление, а также грамотные планировки станут отличным поводом приобрести одну из квартир площадью от 45 до 180 квадратных метров. Жилой комплекс «Рыбная деревня» идет в ногу со временем, поэтому на территории комплекса будет установлена зарядка для электромобилей. Приобретение коммерческой недвижимости на первом этаже жилого комплекса станет отличной инвестицией, так как вне зависимости от того, будете ли вы сдавать помещение в аренду или вести свой собственный бизнес, вы будете иметь стабильно высокие доходы, так как это место является самым притягательным для туристов. Безусловно, это новая достопримечательность города Калининграда, которая сочетает в себе исторические детали, а также новые современные дизайнерские элементы. Я уверена, что вам понравился этот объект, поэтому звоните по номеру, указанному на экране, оставляйте комментарии, а лучше всего приходите в наш офис «Перспективы-24», и мы поможем вам выбрать квартиру.